Я всех приветствую, дорогие подписчики, зрители, гости канала. Сегодня, ребята, мы продолжаем играть в онлайн рулиплей. Это мобильная игрушка на ваше устройство, вы можете ее, конечно же, скачать. И сегодня я расскажу, как это сделать правильно. Первые шаги подскажу для новичков, если вы еще ни разу не играли на онлайн РП, что нужно делать и как лучше всего развиваться. Поэтому, ребята, давайте-ка не будем затягивать, вместе с вами прямо сейчас разберем, как же правильно скачать онлайн рулиплей. Погнали! Кстати говоря, не забудь поучаствовать в моем конкурсе на 3000 донат валюты любого сервера онлайн РП. Для этого ставь лайк, подписывайся на канал и напиши в комментариях как можно больше. С комментарием участвую, в таком случае у тебя победных мест будет больше. Ребята, прямо сейчас мы открываем видос, именно этот видос, который вы смотрите. Нажимаем кнопочку «Еще», и вот сюда вы видите то, что есть вот ссылочка «Скачать онлайн РП на телефон». Вы нажимаете на эту ссылочку и вас перебрасывает сразу же на сайт, где мы как раз таки и загружаем онлайн лаунчер. Нажимаем загрузить и дожидаемся, пока у нас загрузка пройдет. И после того, как у вас закачался онлайн лаунчер, это у нас 25 мегабайт, видите, у нас есть какое-то предупреждение в целях безопасности, ваш телефон блокирует установку неизвестной приложения из этого источника. В общем-то, ребята, да, он ругается на то, что это непонятный файл. На самом деле здесь ничего такого нету. Переходим в настройки и разрешить установку из этого как раз таки устройства. Нажимаем здесь ОК, дожидаемся 7 секунд и, конечно же, принимаем эти правила. И, ребят, на самом деле, действительно гарантирую то, что здесь никакого вируса не будет. И нажимаете либо установить, либо же обновить. В моем случае, так как я уже установил ее, у нас получается все устанавливается. Ну что же, ребята, практически все. Мы почти что докачали. Как видите, антивирус не выявил никаких вирусов, поэтому все нормально здесь. Мы практически докачали, установили наш онлайн РП. И что делать дальше? Ну и после того, как вы запустили проект, видите то, что у нас открывается список серверов. Ребят, не спешим, идем в настройки, вводим ваше имя и фамилию. Затем можете перейти в настройки прочие и увеличить FPS для того, чтобы у вас было все хорошо. Ну и, соответственно, какие-то тут улучшенные графики и текстуры разрешения можно, в принципе, включить. Отлично. Затем нажимаете на вот эту желтую кнопочку Play, выбираете сервер Гавайи, вот именно на него нажимая, нажимаете «Играть». Ну и после того, как вы пройдете регистрацию, появляетесь на вокзале. Да, ребята, регистрация, думаю, несложно, в принципе, все понятно. Ребят, подлетайте к Гарри, начальные квесты, и, конечно же, вы должны выполнить все начальные квесты для того, чтобы поднять уровень. Ну, а также, ребята, хэштег промо. Вот сюда вы должны будете вписать промо, такой как Димк, большими буквами, вот такой вот промокодик. Нажимаете «Принять», и я его уже активировал, я получил за него 120 тысяч игровой валюты. Также Lamborghini Huracan и скин Тони Версетти. На других серверах, если вы играете, допустим, его не вводили, вы получите гелик на 12 часов. В общем, ребята, играйте лучше на Гавайях, тут дается реально Lamborghini. Далее, ребята, в принципе, вы можете также получить деньги по еще одному промо. Вы должны вписать либо бонус, ребята, вот такой вот промокодик, либо же промокодик подарок. Оба эти промика должны дать вам по 120 тысяч, итого суммарно у вас будет уже 240 тысяч. Соответственно, вы можете купить себе какую-нибудь машину. А именно, добежав до салона, располагается он достаточно близко, автосалон Сан-Фьера, вы можете выбрать реальные машины и увидите то, что Ford Sierra самая дешевая тачка стоимостью 320 тысяч. Придется немножечко поработать. Более интересные машины уже стоят около ляма. Ну и опять-таки, вы можете посмотреть мои ролики о промокодиках, где я даю промокодики на деньги. Там, в принципе, лямчик заработать тоже максимально просто. Вы выбираете классические тачки, выбираете, допустим, седан, и вуаля, вы можете купить Sentinel, можете купить Вашингтон, можете купить Премьер, Адмирал. А даже есть самая дешевая тачка, 25 500 стоит, либо же 33 тысячи. В принципе, я думаю, вы понимаете то, что вам хватает как минимум и на машину, и даже, ребята, на, конечно же, дом. Дома здесь стоят тоже не очень дорого, от 100 до 200 тысяч можно, в принципе, найти. Соответственно, у вас как минимум на первом начальном этапе прохождения перед квестами уже будет машина, и уже будут, конечно же, это дома, либо же квартиры, ну что то, что вам понадобится. И вот, ребят, на этом я бы хотел закончить. Показал, как скачать онлайн РП и как на нем развиваться. Работы смотрите по одному ролику, который я уже делал о работах на онлайн РП. И, конечно же, узнавайте, где платят больше всего. Ну а с вами был Диман. Всем хорошего настроения, удачки и пока-пока.